вот этот автомобиль, мы считаем, что мы на нем сможем соревноваться с Теслой, и это мы абсолютно честно заявляем, как бы. То есть он легкий, он маневренный, он используется у нас для того, чтобы, опять же, мы могли в критических режимах отработать свои двигатели, свои какие-то технические решения. Заднеприводная, тут стоит спортивно-специальный мост. Как бы. А, это рулевая. Да. Двигатели чьи? Могилевские. Ты уже пробовал заливать лед на этой машине? Ширина та же самая, да? Все стандартные характеристики, что полностью делать. Качество нормальное получалось. Надо какая-то небольшая серия, чтобы мы все-таки довели до конца конструкцию, потому что опытом родится опытом, нужна серия, надо хотя бы год подключить. Хорошо, ну 25 точно мы можем поставить машины. Мы сформируем тебе этот заказ, спасибо. Но чтобы качественно было. Предназначено для механизации труда. То есть она заменит сейчас десятки людей. Для эксплуатации в городе она имеет максимально компактные размеры. Также она имеет специально шарнирующую сочиненную раму. Поэтому у нее минимальный радиус поворота. Опять же, она может оснащаться различным оборудованием. Сегодня это здесь предметально-уборочная. Надо переходить на такую тему. Ну, не надо. Испытать она полностью. У нас по мониторингу 50 машин город заявляет. Давайте будем на это ориентироваться. И, конечно, надо и это тоже нам подумать. Не только себе, но и в городах, она же не один Минск. Суперконденсатор буферного типа предназначен для сглаживания пиковых нагрузок. И основная задача — рекуперация энергии. Работает, как правило, в паре с базовой батареей. Аналогов в мире нету. Литий он уступает. Но мы работаем, думаю, что будет не уступать. Зато без лития. Мы ни от кого зависеть не будем. Все отечественное сырье. Уступаем в чем? По удельной накопленной энергии на килограмм веса. Сегодня замена литию вот прямо сходу так не получается. Если мы не переплюнем литий, то, по крайней мере, до этого уровня дойдем. Но цена будет совершенно другая и ни от кого не зависим. Берем на контроль тебя. Конечно. Если что, говори. Это будет прорыв. Да. Это ценнее, чем все это железо, которое мы увидели. Да, это будет прорыв. Трехколесная модель электровелосипеда, два мотор-колеса и собственной разработки электронный дифференциал, который позволяет во время заноса регулировать скорость вращения колеса и тем самым управлять лучше транспортным средством. Данная трехколесная модель на усиленной раме стальной с независимой задней... Ну это как велосипед, да? Да, независимой до 25 километров, то есть не надо ни права, ни таких специальных разрешений. Вот модель предназначена была для сферы услуг проката, и она вот укомплектована непосредственно дополнительным инструментом. Это все хорошо, только делай дизайн. Ну, а это такой... Вот там графеновый. Вот этот графеновый дополнительный накопитель энергии. Там стоит основная литий-ионная аккумуляторная батарея. За счет данного суперконденсатора снижаются пиковые нагрузки на основной аккумулятор. Тем самым процентов на 20-25 ресурс увеличится основного АКБ. Далее линейка электроскутеров на базе серийно выпускаемых бензиновых с установкой наших компонентов. Мотор колес, собственной батареи, предназначена для дорог общего хода 60 км, максимальная скорость до 60 км в час. Мы могли бы вам для какой-то экспериментальной апробации, вы потом сказали нам свои замечания и недостатки высказали. Это твоя машина, да? Ты опробовал ее нормально, да? Попробуется интересно. Попробуем. Хорошо, спасибо. Попробуем. Здесь вот ряд зарядных устройств. Что это? Быстрая зарядка, то есть 50 кВт постоянного тока, заряжает от 30 минут. Это линейка так называемых медленных МОД-3. Это настенный дешевый вариант, можно дома пользоваться, в гараже поставил, она достаточно дешевая и индивидуального пользования. По техническому заданию Министерства обороны мы разработали вот такой буревестник весом 350 кг. Значит, сейчас проходят государственные испытания. Показал очень хорошие летные характеристики. На постсоветском пространстве Белоруссия единственная страна, которая серийно выпускает беспилотники массой более 100 кг. Здесь вы видите первый в мире в данном классе военно-ударный вертолет. Благодаря Академии наук уже есть три итерации этих изделий. К лету мы вам покажем настоящий вертолет массой более 700 кг. Аналог есть, близкий аналог есть только у американцев. Представьте, маленькая мы такая страна, и имеем технологии и уровень, которые в мире могут позволить себе только единицы.